Я опять шестой. Это как понимать-то, а? Ну зачем я сюда еще поехал, а? Ребята, они опять оторвались. Ой, гравитация. Спасибо, спасибо, спасибо. Меня, смотрите, все-таки на трассу поставили. Ну-ка. Ребята, всем привет, вы на канале Папа Фан Машинки, Дыра Бич, Бэгги Рейсинг, да, пляжные гоночки, пляжные гоночки, продолжаем мы в нее играть. Ребята, сегодня у нас будет что-то новенькое. Карьера, выбрать серию, так, тачку, наверное, оставляем пока. Кубок кокоса, что у нас, кубок кокоса, не помню там, что у нас было-то. Ой-ой-ой, так, этот у нас повержен, так, отлично, кубок кокоса мы вроде прошли, хотя и не все звездочки собраны. Но все-таки прошли. Вот. Вот что нас интересует сегодня. Так, 14-я гоночка. Ой, может даже с соперником погоняться, а? Как вы думаете? Так, ну если только речь не о местной восходящей звезде, похоже, что ты неплохой ездок. Посмотрим, какой из тебя танцор. Ой, я помню этот заезд. Ё-моё, ребята, будет очень сложно. А, или нет? Или нет, хотя нет, будет сложно. Ребята, будет очень сложно. Ничего себе, ты прыгнул. У-ху! Я тебя сейчас догоню. Так, 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 так. Это что я взял? Что я взял? Вау, дракончик, на-ка, держи. Так, ребята, я его уже как бы тормознул. Так, тормознул. И еду пока дальше. Ой! Ой! Это чё? Ты чё использовал? Это... Свой скилл использовал, ребята, он использовал свою штуку, на-ка, дракончиков тогда. Опа, попал, нет. А, попал, да, вон он едет. Эй, на-ка, держи еще. Так, есть. Тихо, поворотик какой-то крутой. Нам бы еще карту здесь показывали, какие, где повороты находятся. Было вообще здорово. Так, на рога, ну пока не нужно вроде как. Уай, фейерверки, ребята, что-то все взрывают там фейерверки. Здорово. О, промазал. Так, 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 так. Ой, я, кажется, снес финиш. Ой, я еще и дерево снес. Ты чем там стреляешь? Так, на-ка, рожки, рожки до ножки. Опа, 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 опа. Давай, 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 давай. Опа, на, все. Так, есть, ребята, я первый. Ой! Он меня шарами сбил, представляете? Шарами сбил, уничтожил. Так, цветочки, на-ка, держи. У-ху-ху, расслабься, чувачок. Нате еще дракончиков. Есть. Серьезный соперник, я вам скажу. Серьезненький, но не зря он босик там стоит, да? Ай! Главное не вылить птички, сори, сори. Уточки, сори. Ой, чем-то он пальнул там. Так, тихо, тихо. Нам бы развернуться, дракончиков пульнуть туда. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот здесь он меня может... меня может прессануть. А! Ай! Ой, я первый. Ух ты, да. Отлично. Было тяжело. Ничего не скажешь, ребята. Было очень тяжело. Так, продолжить. Кокосики, ребята, нам бы... Что бы нам выиграть вообще? Я не знаю, обезьянка. Ну, обезьяночка может, так как монеток у нас очень полно. Очень много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, ребята, классическая схема. Шишли-мышли, сопли вышли на... Знаете, на какой сопли вышли? На каком... На какой половиночке кокосика сопли вышли? Вот на этой. А, давайте вот до этого тоже... Ох ты ж! А, давайте эту тоже... Так, отлично. Отличненько. И чё? Кстати, чё даёт-то нам этот... нам даёт... Что же нам даёт? Обезьяночка, что же нам даёт? А чё тут можно выбрать? Нет, нельзя. А чтобы увидеть, что он даёт... А, ну тут просто этот как бы расписывает, что даёт нам каждый... Каждый вот этот бонусная штучка. Так, какие характеристики у неё, чем обладает... Я хотел поменять тачечку, так, повысить класс, неужели можно? И нет, максимально, ребята. Так, сменить машинку, пока еще не знаю, что там у нас вообще происходит. Вот это, что это такое, а? Что это такое? Это еще даже не прокачано, ничего себе, даже не прокачано, ребята.
Давайте мы ее прокачаем. Я даже ее не брал, получается, да? Ой-ой-ой-ой-ой, что я делаю, чтобы так повысить уровень? Так, 500 лошадиных сил. Так, 500 лошадиных сил, давайте до 1000 сейчас мы ее прокачаем. До 1000 лошадиных сил, хотя там еще больше, наверное, можно. Ух ты, уже движок у нас, смотрите, торчит. Такие дроссельные заслоночки торчат из-под капота прям. Да, так, турбет тут как бы... Эй, все, повысить уровень, подождите, смотри, 1500 хп, этот, сил лошадиных. Ничего себе. Так, я что-то не припомню, чтобы у нас тачка мощнее этой была где-то. Возможно, это даже самая мощная, да? Смотрите на нее, двигатель аж выпирает из-под машины, я не знаю, над машиной прям торчат все эти выхлопы, огонь, небось, там просто вылетает из-под выхлопных вот этих труб. Вообще крутая, крутая, прикольно, смотрите, давайте покрасим ее. Так, рандомный цветик, опа. Ух ты, белоснежные с зелененькими полосочками. Давайте еще вариантики. Ага, задирчики. Так, зеленый не айс. Вау! Вау, ребят, необычно. Не для девочек. Так, понятно, понятно. Желтенькая. Ну, знаете, ну, на вкус, как бы, у всех вкусы разные. Мне, наверное, понравится. Я не знаю, какую бы взять. В принципе, они все прикольно смотрятся, но... Ух ты, а давайте, давайте вот эту беленькую все-таки попробуем оставить, что-то мне все-таки лак не нравится. Можно выбрать, конечно, вручную, давайте выберем белый, так, эти полосочки у нас будут какие-нибудь, так, узорчики другие, обязательно другие. Так, ну вот так можно, в принципе, да? В принципе, черно-белые. Необычно. А если красненькие, желтенькие. Вот такой оставим. Ладно, что мы тормозим, да, ребята? Оставляем так. Девчоночку водителя тоже поменяем. Обязательно мы ее поменяем. Так. Нокаутер. Быстрый как тигр. Зайчик, сплошной шквал огромных взрывающихся морковок. Да, именно морковок, ребята. Так, мы тебя и выберем. Отлично, выбрать серию. У нас открылась новенький пляжный кубок. Пляжный кубок, ребята, поехали. Первая гоночка. Играть. Давайте посмотрим сначала на карту. Смотрите, это пляжный кубок, ребята. Смотрите, тут везде... Вода, везде вода, тут, не знаю, везде мостики деревянные. Ладно, поехали, не будем тормозить. Так, зайчик, ты слишком огромный. Что у тебя там на затылке творится? А, ну понятно, это же костюм, ребята. Костюмчик, всего лишь костюмчик. У них тачки тоже неплохие. Я вам скажу, у них очень даже неплохие тачки, едут быстро. Так, щитик возьмем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, лужу оставим. Ай, только не слететь. Эй, ты что толкаешься? Ребята, что-то я не могу догнать соперника, смотрите-ка, а? Еще лужу надержи. Так, кто-то попался, смотрите, а? Кто-то все-таки попался на эту лужу. Нет, морковочку рано использовать нельзя пока еще. Да, первые же гоночки у нас такие злые соперники. Так, ай, а че у меня ничего нету-то? Меня все обогнали? Это что за дела-то? Здесь тачка нужна, похоже, какой-нибудь монстр. Монстр трак, что ли? Вау, я перелетел просто. Мне даже мостик не нужен был. Так, первый круг. Просто огромный круг. Ей все-таки что-то цапанул. Нетрушечка. Давай. Ой, вот и подлетел. Нельзя так быстро ехать. Ай, не сталкивай меня, не сталкивай, пожалуйста, ребята, это что за дела, я не могу догнать. Ух ты, ай. Нет, все, нитро у нас ушло, вы никуда, можно сказать. Я шестой еду, как это вообще понимать, это что за... Ой, вот здесь можно было сократить, кстати. Это что за дела-то? Так, где я? Я шестой еду. Ай, где моя волшебная кнопочка?
Где мои волшебные морковочки? Полетели морковочки. Я попал? Кого-то попал все-таки. Угу. Ай! Улетел! Ничего себе, улетел. Пятый приехал. Да, пятый. Плохо, я вам скажу. Так, значит, тачка здесь совсем другая нужна, ребята. Ребятушки, другая тачка здесь нужна. Это совсем не подходит. Нужно выбрать что-то другое. Повысить класс не то, сменить тачку. А давайте на этой попробуем. А, как вы думаете? Ралли. Ралли. Она, в принципе, по песку должна ехать так. Грести неплохо. Так. Так. Поехали. Сложно. Сложно. Не все так просто. Соперники тоже на чумовых тачках. Вон, вот, слева чувачок едет на этот, на багги, ребята. Вот такой мне нужен, наверное, тоже все-таки. Я, смотри, не отстаю. Щитик я взял, извини, чувачки, я щитик взял. Опа, подождите, пока второй еду. Опа, можно вырваться вперед. Вот здесь где-то сокращение у нас будет. Ай! Ай, нет, не здесь. А где? Где, ребята, следующий, похоже, у нас будет где-то сокращение. Так, смотрите-ка, а? Смотрите-ка, они непростые. О, все, всем крышка. Не, кто-то там подгадил, просто всем подгадил. Так, ребята, вот здесь сокращение. Ай, только я не знаю, куда ехать. О, по этим штукам нужно было скакать. Угу, да, отстал конкретно. Очуметь. Да что ж ты будешь делать-то, а? Так, что-то я вообще не умею, похоже, ездить. Эй! А, это перевернутый вопрос был, зачем я ее взял. Это у нас была подстава, кто-то ее положил туда. Ничего себе, они оторвались просто, просто как бешеные. Как? Что за дела-то? Что за тачка здесь? Вау, 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 полицейская машиночка. Я полицейская машинка. Улетел. Я улетел, и все. Да что ж за дела-то? Ух ты! Аж допрыгнул, смотрите-ка, все-таки допрыгнул. О, нет, эта тачка тоже здесь не подходит. Так, ладно, уже доедем. Так, я даже морковочки свои не использовал. Да что ж за дела-то? А, нет, ребят, эта машинка вообще сюда здесь не подходит. Нужно брать что-то другое. Так. Так, где наши тачечки? Где же наши тачки? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, сменить машину. Ну... Можно либо на этой попробовать, либо вот на этой квадроцикл. Давайте на квадроциклике, ребята, сейчас попробуем выбрать серию. Так, пляжный кубок, поехали. Так, это мы уже видели. Ребят, неужели я не смогу, а? Не смогу, неужели не смогу ничего сделать на этой трассе? Это что за дела-то? Я же суперпрофессиональный гонщик, а что-то не получается пока. Ничего хорошего сделать. Ой! Я всех поднял. Гравитация сработала. Я всех просто поднял. Ох ты ж. Чух ты! Я, смотрите, просто смерч на кого-то навел. На этих мультяшных машин. Эй! Эй, ты че мой вопросик взял? Так. Ой! Вопрос! Перевернутый, еще и лужа тут. Очуметь, я опять шестой. Это как понимать-то, а? Ну зачем я сюда еще поехал, а? Ребята, они опять оторвались. Ой, гравитация, спасибо, спасибо, спасибо. Меня, смотрите, все-таки на трассу поставили. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нетрушечка, нетрушечка. Ну давай, спасай. Да что ж ты будешь делать-то? Вот не за пределы. Так, первый круг у нас есть. Так, первый круг есть.
А чё толку-то? Так, ледышка какая-то у меня есть в наличии. Ну-ка, давайте-ка. Ай-яй-яй-яй, да, ребят, квадроцикл просто скачет, как бешеный. Я не знаю, как ей управлять. А? Как тобой управлять вообще? Так, подождите, я пока пятый еду. Не так все уж и плохо. Может, кого-нибудь-то хоть догоню? Не, ну... этот зайчик-то у нас, в принципе, такой корявенький получается. Вау! И далее, ёх ты, я сократил там конкретно просто. На тебе, есть! Тихо-тихо, там скоро финиш. Ребята, чё с дела-то? Меня колбасит. Ай! Ай, только не гадьте, ребят, пожалуйста. Чувачки, нет! Ты меня обогнал. Давай до финиша добросили. Третий. Да, в итоге я третий. Ну, уже лучше, да? Видели, уже лучше. Хотя мог и первый. Но под самый конец меня обогнали и подгадили. Так, одна звезда все-таки всего лишь есть у нас. Ну, на этом, наверное, пока тормознем, ребят. Вот такой сегодня был выпуск. Открыли пляжные гонки, новую локацию, да? Вот такие пирожочки. Ладно, всех благодарю за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, жмакать на колокольчик, делиться этим видео, ставить лайки. Всем удачи, до новых встреч и пока-пока!